Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу немножко своих впечатлений о прошедшей на выходных выставке Кэсбург. Что такое выставка Кэсбург? Это просто грандиозный, невероятнейший проект. Большое спасибо Султану Мавлоназарову и компании «Сюпрема», которые в десятый раз проводят это грандиозное шоу в Москве. Что вообще это такое? Давайте я вам немножко расскажу. Это большая шоу-площадка. Как всегда, по традиции, происходит это локально в Крокус Сити Холл, то есть большой экспоцентр. И этот проект в себя вмещает отдельных несколько выставок кошек в едином зале. В данный момент у нас проходило 5 систем. Клуб «Роскошь» — это от системы WCF, клуб «Шатнуа» — это система ринговая американская система CFA, Клуб «Кристалл» по традиции делал выставку в рамках системы ТИКа и две еще системы — это FIFA и АСК. Хочу вам сказать, что в этом году проект Кэсбург по численности кошек, экспонируемых на выставке, побил все рекорды, и у нас выступало 1251 животное. Вы представляете, какая это конкуренция? Сколько вообще животных боролось за главные призы? Ну, и я вам хочу сказать, что моя команда готовилась к этому событию. Серьезно, мы выступили 13 животных в разных категориях, в разных номинациях и 2 помета. У нас было классика котят, у нас было 3 животных в классе юниоров, у нас был ветеран, у нас были взрослые животные и кастраты. Ну, хочу вам сказать, что отличились в этот раз мои Хайленд Фолд, это моя родная любимая порода, и самый маленький наш участник, котик Кефирчик, который Пинэвис Эверест, но которого все прозвали Кефирчиком, он у нас взял, можно сказать, главный приз по системе WCF. Он стал показывать хороший результат еще в первый день выставки. Он выиграл WCF ринг, то есть ринг молодых среди 79 молодых животных. Это котята и юниоры от 3 до 6 месяцев и от 6 до 10 месяцев. Он в свои 30 небольшим месяцев стал вторым в ринге. На следующий день в ринге «Роскошь» он стал первым. И в конце дня он стал лучшим длинношерстным котенком, выиграв, обойдя сначала категорию мальчиков, потом выиграл в категории между девочкой и мальчиком в сравнении, вошел в пятерку финалистов, стал лучшим котенком выставки. А по традиции в конце дня сравниваются победители в котятах первого и второго дня, победители в юниорах первого и второго дня. И вот наш кефирчик, он стал лучшим молодым животным и представлял систему WCF на главной сцене Кэтсбурга. Я безумно счастлива и очень горда. Горда тем, что Кефир хорошо себя вел и показывался прекрасно. Горда тем, что я смогла вокруг себя сплотить мою команду, которая, это, как правило, это моя семья, команда сильная, команда, которая знает мое настроение, команда, без которой невозможно вообще эти победы. Ну, у нас не только вот это, у нас тут есть разные победы. У нас Котя Моти стал финалистом в ринге. У нас котик замечательный Хайленд Фолд стал Best Opposite юниором. У нас такой роскошный совершенно вот тоже как раз Best Opposite. Ну и вот тут в основном Кефиркины награды. Лучшее первое место ринг роскошь. Что вам хочу сказать? Эмоции переполняют, и это очень здорово, когда много различных животных выступают. Это как раз про командную работу. Вы представляете количество метров, километров, которые приходится бегать на этой выставке с котами в руках, с одним, с двумя. И без команды абсолютно нельзя справиться. У меня в зоне ТИКа были свои агенты, свои хендлеры замечательные, которые следили за номерами, без которых невозможно было вовремя кошек в ринге отнести. Со стороны CFA также мои коллеги помогали отслеживать номера. В общем, представляете, вот это количество 13 животных и 2 помета, мы не пропустили ни одной номинации, мы не пропустили ни одного ринга. И в рамках этой выставки для меня это тоже очень большая честь. Работали груммеры, профессиональные груммеры, которые делали экспресс-подготовку.
В двух словах я вам скажу, что мы приходим, когда на выставку, наши коты мохнатые. Мы все идем в шоу-холл, кошек вытаскиваем из переноски. И вот, например, одно из любимых моих любимейших средств, салфетки, очищающие, обезжиривающие, грумер с губ, которые идут в ход не только для животных, но и для моих рук, чтобы мои белые коты были белыми всегда. И как раз вот в частности именно грумер с губ, салфетки, это первый инструмент для работы грумеров, шоу-грумеров. Что делает шоу-грумер? Он готовит в рамках выставки кошку в соответствии с ее породным стандартом и в соответствии с требованиями той или иной системы. В разных системах разные породные стандарты. Поэтому грумеры-профессионалы, у нас работало целых три больших зоны, которые на протяжении двух выставочных дней работали в поте лица и помогали готовить животных. Ну и, конечно, мой сектор мне очень помог, когда у нас была финальная подготовка к большой сцене. Конечно, это очень здорово, когда вокруг есть друзья, есть единомышленники, есть серьезная группа поддержки. Я еще раз хочу сказать огромное спасибо всем вам, дорогие друзья, дорогие наши судьи, которые оценили высоко наших животных. Хочу огромное спасибо сказать организаторам и спонсорам, без которых невозможно было бы сделать этот проект. А вообще, в связи с ситуацией с коронавирусом, я очень-очень-очень рада, что мы проскочили мимо, и Кейтсбург 2020 все-таки состоялся. Спасибо вам всем огромное. До следующих встреч. Пока.